Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon и добро пожаловать в нашу новую серию. А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Дэнсида. На его канале сможешь найти игру в Counter-Strike, также в другие игры, не исключение FNAF, обучающие видео по различным играм. И если вас что-то заинтересовало или вы хотите больше информации, просто зайдите на его канал и посмотрите. Ссылочка в описании и также на ваших экранах. А мы продолжаем. Где мы будем готовить нашу еду, искать новых покемонов, прокачивать старых покемонов. И сейчас вылечим нашего крутого перца капитана. Точнее, ребята, не забываем писать в комментарии БКП или мы крутые перцы. И также не забываем подписываться на мой канал. Этим вы автоматически вступаете в нашу банду крутых перцев. Я надеюсь, вам тут нравится. Я надеюсь, то, что вы сюда вступите. Что мы будем делать в этой серии? Нам нужно прокачать еще 3 покемонов в этой серии. Вряд ли мы это сможем сделать, если честно. Но хотя бы постараемся. Пока ночь. Всегда есть шанс, что... Ага, что я не туда тэпэхнусь. Да, всегда есть шанс. Всегда есть шанс, что может кто-то тут заспавнится. Шанс, конечно, ну, грубо говоря, никакой. Я почему-то не понимаю, почему оно так тэпэхается. В смысле, оно тэпэхается не в полете, что мы сможем взлететь. Да? А как-то вот... У меня что, выключены крылья? Да нет, вот они работают. Ага, ну ладно, то есть всегда свои всякие причуды есть. Но, ребята, вряд ли тут кто-то заспавнится. И плюс к тому же утро. Что мы будем делать? Ребята, может даже в этой серии я выполню еще один заказ нашего подписчика. Точнее, ну, как бы моего подписчика. И нам плюс к тому нужно еще добыть... О, Басяндра, нам нужно добыть еще мил кожу. Мил тан, да твою нафиг. Для того, чтобы, в принципе, сделать себе дополнительный бэкпак, вашу мать. А дополнительный бэкпак нам нужен для того, чтобы складывать туда еду. Потому что складывать все в один бэкпак, смотрите, что с этого получится. Куча еды, нехватка места и всего такого. Фу, так, ребят, знаете, что я хочу еще посмотреть, как называется, тартл, вашу нафиг, как бы, вот эта хрень, ребята, вот эта хрень, почему оно, ну, в принципе, тут нормально, тут тоже нормально, каждый раз оно, вашу мать, вот это перекладывается, точнее, не как называется, как делается вот этот суп, тартл, кукет, ну, как бы это понятно, а супчика тут нету. То есть обычная черепаха и жареная черепаха, приготовленная. А суп... Суп, нет. А, ну да, суп. А, бекон. Ребята, это нужно все смотреть. Кактус, как... Ладно, кукумбер суп. А, кактусовый суп. Турнип, селери. Не, мне селеби показалось, да. Суп селеби, да. Чикен, потейто. К сожалению, наш сегодняшний человек, который заказал у нас супчик, он заказал черепашечий суп. Но, как вы видите, черепашечьего супа тут нет. Все, что мы сможем сделать с этой черепахой, это просто ее обжарить и так схавать. Вместо с панцирем, да? Но я почему-то не представляю, почему они не добавили черепашечий суп. Ну да ладно. Зато, дорогой наш подписчик, мы, наверное, тебе сделаем, ну... какой-то другой супчик, потому что ты сам видишь, что черепашечего тут почему-то нету. Вот как делается вот это силкен тофу? Я вообще даже не представляю, что это такое. Было бы круто разобраться.
Но как видите, тут не всегда показывается вот этот. Item accept, это another type of item. А, как видите, ребята, тут не всегда показывается вот эта хрень, вот этот silken tofu. То есть я не представляю, что это такое, где это взять и как это приготовить. Вот. Ну, вот, например, вот тут. Тут не показывается, что это и как это сделать. А вот это. Ребята, я не представляю. Вот это, знаете, иногда вот эта хрень, а может это какой-то ингредиент, хрен его знает. Сейчас, ребята. Мне подписчик сказал, точнее, несколько подписчиков сказало то, что... А давайте еще сюда. 1300, 900, 1375, 900, допустим. Мне подписчик сказал то, что... Мы можем найти... Листочки чая и листочки кофе в березовом лесу. То есть нам нужно пойти в обычный лес, может где-то рядом, о, как раз березовый. Ну как бы, это можно сказать березовый в какой-то степени. А, но не совсем, потому что вы видите, что тут более большое количество цветков, цветов, а не цветков. А, но нету достаточно... достаточно берез, чтобы можно выкинуть нафиг. А то я сейчас смотрю, ребята, куча всего выкинуть. Поэтому, поэтому, ребята, у нас и места мало. Нужно действительно уже ощущать вот это все, потому что... О, вот, нет, не вот с этого. Я знаю, как выглядит вот тот куст, который мне подписчики сказали, что с него может выпасть. Но, к сожалению, я сейчас его не вижу, и, наверное, он не тут даже находится. Luxury Ball. Замечательно. Нам милтанков нужно убить, потому что вы видите, ребята, что вот это жопа просто. Милтанков убить. И, наверное, я потом где-то себе сделаю склад ингредиентов в нашем ресторане, чтобы тоже, знаете, просто не таскать вот с собой вот эту всю хрень, а просто сложить в ресторане, и все было бы замечательно, потому что у нас бы не был забитый инвентарь, можно и так сказать. А тут что-то есть. Ну тут хрен его знает, что тут есть. Не знаю, кого нам еще нужно ставить в болоте. Псайдак. Псайдак у нас, наверное, есть. Мы его словили еще где-то в другом биоме. Это не обязательно в болоте. Ну. А больше. Пулевак у нас есть. Больше, ребята, если честно, даже не вижу, кого бы нам стоило словить. Ведь нет, это нам не нужен. Это кто? Это кот, это капуста. Капуста. Покемон капуста, а не ингредиент капуста. У нас тоже есть. Опа, это нам тоже пригодится. Какие-то там салатики или там десерты сделать, мне кажется, тоже будет классно. Опа, Глейгар. Привет, о, как раз еще проверим, есть у нас псайдак. Привет, Глейгар. Да, сейчас ты нам очень нужен. А тогда, когда мы тебя искали, тебя практически нигде не было. Нет, ребята, у нас уже есть псайдак, поэтому он нам больше не нужен. Там еще один Глейгар, как я понял. Или нет, это не Глейгар. Ладно, ребята, пойдемте поищем. Ну где может быть этот лес? Ну, допустим, тут. Вот тут. 1500 тысяч. ТП минус 1500, 75 тысяч. Главное... Так, я же ТП-хнулся, да, но... Оу. Все, разлагало, замечательно, все, харе. А, то есть оно спавнится в лесу берез, вот, например, в этом. Но тут не только березы, как я заметил, как бы тут все деревья. Вот тут, замечательно, вот тут. Оно должно быть где-то тут. Я знаю, как выглядит вот тут куст, мне скидывали скрины. Ну, как вы можете, ребята, заметить, тут только столько кустов, столько... О, у нас алтарии нету. Хотя алтария, ну, в принципе, она большой уровень, вот этот не хочу ловить. Нет, ребята, я пока что не вижу. Соль, в принципе, нам тоже будет нужна, конечно же, для той же приготовки всяких блюд. К сожалению, я пока что не вижу вот того куста, хотя и внимательно пытаюсь. Бедрила у нас нет. Хотя нет, бедрила это как бы уже последняя эволюция, там вроде какуна есть. Точно. Сейчас, ребята.
Какун... Ой, нужно, наверное, с большой, то есть если разница какая-то. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну, если честно, я того куста вообще не могу заметить. Есть ли он вообще тут? Хрен его знает, честно, ребята. Я не могу заметить вот того куста. О, вот тут. Ух ты. Вот. Вот. А, я не знаю, честно, есть ли он тут вообще. Ну, как бы мне скидывали скрины, но я почему-то его не могу рассмотреть. Ну же, о, это... Нет, это обычный, обычный цветок. Не, ребята. Ну, давайте знать... О, это вроде он. Это он, ребята. Так, ну, как видите, ничего толкового тут не выпадает. Так, чтобы выкинуть, у нас куча еды нафиг. Не еды, а куча предметов, короче. Что можно выкинуть? Ребята, скажите мне, пожалуйста. Я не знаю, у нас куча всего. Ну, как бы это не очень так нам нужно. Мы посмотрим, если выпадет... О, там босс, я вижу. Если выпадет листочек цибуля... Ну, пускай будет. Цибуля нам нужна. Опа! Кофе! Да, спасибо тому, кто сказал вот это. Это замечательно. Нам с одной вот этой хрени выпало и листочек чая, и листочек кофе. Замечательно, ребята. Это просто замечательно. А, ну цибулю, мне кажется, и так стоит взять. А что-то выкинуть, допустим, вот это. Селери. Вот это может тоже можно взять. А, чтобы выкинуть. Нет, это нет. Кофе бинс. Давайте вот это выкинем. А вот это возьмем. Замечательно. Босс уже, конечно, пропал, но зато мы выполнили свою миссию в этой серии. То, что мы хотели сделать, мы это выполнили. Вот так. Надежда никогда... Ну, хотя по поводу легенд, может, вы знаете, ребят, легенды такое, ну, это такая вещь, которая... Когда хочет заспавиться, когда хочет не заспавиться, когда хочет 30 раз подряд заспавиться, как в случае... Как в случае с Суйкуном и с Райкоу. Твою мать, Райкоу, вот этот. А, какую я уже твою... На себе еще там Селеби, да, появился. Воу. Ну, как-то я вижу наши... Атаки на него не очень такие эффективные, но все же я надеюсь, что мы его сможем убить. Нам еще кожа мелтанков нужна. Я, в принципе, не скажу, что там много, нам прям чуть-чуть нужно. И, как видите, сейчас нам, в принципе, до хрена всяких вещей выпало, но мы даже их поднять не сможем. Если... Да, этого нету, этого тоже нету. Это... Ух, ребят, я даже не знаю, у нас столько вещей, что я даже не знаю. Ладно, вот это можно выкинуть. Яйца, ладно, допустим. У нас и так еще много яиц. Пускай будет вот так. Это кто у нас? Какуна, да? Какуна. А какуну можно словить, потому что ее у нас нету. И мне кажется, так и не будет. Она мелкая хрень. А, чтобы на нее накинуться нужно... А, нет, вот накинулись. Замечательно. Ну, давайте левелболом попробуем. Как раз сейчас ночь, пойдем домой, может даже выспимся и сделаем наши заказы. Заказ, точнее. Хотя и супчик, я не знаю, ребята, мы вряд ли сможем суп сделать, потому что видите, что суп там, это просто бред какой-то. Смотрите, суп, допустим, вот это, да? Вот это, сток, как сделать вот этот сток? Сейчас, ребята, я просто посмотрю, ага, вот. Ага, вот, ну сток я понял, как делается, да? Но я не знаю, как вот эта хрень делается, где она? Вот. Silken tofu. One other type of item accepted. One other type of item. Точнее, любой другой тип итема принимается. Если я правильно привожу по-английски, то что-то в этом роде. Ну, посмотрим, ребята. Так, ладно. Вот так. Ну что, ребята, топаем домой быстренько. Быстренько топаем домой, быстренько идем спим, потому что ночью, ну, не очень большая охота что-то делать. Нам еще, в принципе, нужно 10 Блисси убить в этой серии. Вряд ли мы уже, конечно, сделаем бэкпак в этой серии, потому что, как видите, время поджимает. Я уже напугался, думал, сейчас это пропадет.
Ух ты, ну возле музея, ребят, у меня прям сумасшедший дом какой-то. Эти лаги, это просто с ума нафиг можно сойти. Что с этими лагами делать возле этого музея? 10 FPS. Хрен его знает, ребята, честно. И когда я подлетаю к этому музею, у меня начинает лагать уже, в принципе, в течение всей серии, можно и так сказать. Ну, хрен его знает, честно, ребята, что с этим музеем делать. Ну да ладно. Один, два. Норм. Ух, вот это долго будет. Так. 3-4. Допустим, вот так. Ой, 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 ой. 3-4. 5-6. 7-8. 7-8. И, допустим, я не знаю, 9-10, да? 9-10. Замечательно. И тут у нас вот так можем очистить. Фу. Ну что, ребята, нам нужно убить 10 Блисси. Ну давайте поехали, в принципе. Нам уже нужно закачать вот этого Грулита. Он еще эволюционирует вроде с помощью. Ух, я боюсь, мы перекачаем. Я надеюсь, что нет. Пожалуйста, не нужно. Фу, не перекачали. Но сейчас как-то все-таки есть какие-то. Какая-то, не знаю, боязнь того, что если мы сейчас кинем на такого большого уровня, мы все-таки перекачаем. Это какая-то третья Блисси, да? Дайте, ребята, еще нафиг выключу вот эти шейдеры вот тут, потому что это жопа просто. Давай, 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 ща... Ух, сейчас будет куча эволюций. Ну да, Катерпи. И до Баттерфри. Ох, ну, в принципе, да, Катерпи, то есть он эволюционирует где-то до 20 уровня, у него уже финальная эволюция. Метапод. Ну, сейчас посмотрим, ладно. То есть двух покемонов мы еще прокачали в следующей серии, нам нужно их выложить еще в этой серии. Нет, смотрите, не прокачалась. Это какая? Сейчас, ребята. Один. Дальше. Два, три. Четыре. Ага. Тогда. Ну ладно, ладно, рискуем. Четыре. Пятое. Прошу, не перекачай, я тебя прошу. Перекачали. Вашу мать. А, нет, не докачали. А смотрите, ребята, что я смотрю сейчас. А, нет, все, я думал, залагал вот эта атака. Четвертая, пятая, это шестая Блисси, если я правильно считаю. И вот еще одна эволюция. Нельзя писать в чат, когда ты эволюционируешь, было бы круто. То есть шестая, еще 4 Блисси нам осталось. Я там вижу мелтанков, было бы круто, если бы мы их убили. Но то, что знаете что, ребята? Нам нужно еще будет в шахту пойти за нитями. Это действительно нужно. Вот так. Еще 4 Блисси нам осталось. Ух, ну. Так, ладно, все, я не могу уже. 4 Блисси, не перекачайся. Я тебя прошу, не перекачайся! Фу, 40-й уровень, замечательно. Сейчас Баттерфри. А ну, Баттерфри можно уже, в принципе, большими уровнями. Еще 3 Блисси осталось. Еще 2 Блисси осталось. Это мне перекачаем случайно? Еще одна Блисси осталась. А, нет, не перекачаем. Ну, еще одна Блисси. О, там Шайни. Там Шайни, ребята. Еще одна Блисси осталась. Замечательно. Кто это там у нас? Magikarp. Так, секундочку, ребята, потому что у меня же даже без шейдеров лагает. Я попытаюсь сейчас что-то выключить. А вот так, ну так уже вроде, я не знаю, так уже вроде у меня не лагает. Сейчас, ребята, нам нужно вот этих всех мелтанков запинать просто. Так, сейчас. О, не знаю, как я попал там. Замечательно, так, сейчас. Покехил. Одиш. У нас, кстати, есть один Одиш Шайни, еще нужно другого, потому что в Одиша две эволюции разли... Не, в смысле, не две эволюции подряд, а две эволюции, два способа эволюции. То есть, или ты эволюционируешь с помощью одного камня, или с помощью другого. И как бы тебе выбирать. Да, вот сейчас вот, ну хотя еще чуть-чуть есть лаги, но все же. Я не знаю, как мы ему сделаем супчик вот тому чуваку. Ладно, супчик. Сейчас, ребята. Допустим, кукумбер суп. Ага. Сток. Как сток делается, я забыл. Сток. Ага. Замечательно. Это я запомнил. Хочу посмотреть, выросло ли вот тут. Главное туда не падать, а то вы знаете, если туда упадешь.
Это будет топтаться. Это можно сюда посадить. Это можно сюда посадить. О, о, о. Я даже как-то даже не понял. Ох, ну, я не знаю, ребята. Это можем так убрать. Это тоже можем убрать. Потому что я не хочу, чтобы так разнообразно как-то было. В том смысле, вот так. Вот. Чтобы все было одинаково. А то у нас с одной стороны по одному, с другой по другому. Как-то не очень. Что, а, ну тут еще, наверное. Вот так. Вот, замечательно. И тут кукумбер тоже. В принципе, как раз вот этот один кукумбер нам хватит, ребята. Чай, я хочу... Нет. Да, в принципе, чай нужен выращивать. Один кофе бинс мы посадим. Так, сейчас. Это. Замечательно. Один сюда. И чайчик, 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 чайчик. Спин, вот. Кофе у нас там, чайчик тут. Потихоньку, ребята, потихонечку, потихонечку наша ферма заполняется. Это круто. Так. Это можно сюда. Ну и все. То есть покемонов мы убили. Нам нужно еще заменить четверых покемонов в этой сети. Ни хрена себе, Blaziken. Ну, убить-то мы тебя сможем убить, но, к сожалению, много опыта за тебя не дастся, можно и так сказать. Хотя две курочки нам все-таки далось. Ну что, ребята. Вашу мать, ух вы эти... Так, ладно. Как? Это вроде так. Так. Сток. Под. У нас есть под. Так, я не так разве делал? В чем прикол? Ребята, в чем прикол? Мы что, супчики не сможем сделать? Под миксинг богу. Тут смотрите, сколько вот этих и всяких подряд показывается. Смотрите, ребята. Salt, сток. Везде нужен вот этот сток. Чтобы как бы размешивать, наверное, да? Или что-то в этом роде. То есть, смотри, а почему тут столько много вот этих одинаковых рецептов? В смысле, каждый, ну, много раз показывается одно и то же, как вот это делается. Смотрите. Бред какой-то. А самое главное, оно так не делается. Например, а вот тут сток не нужен. Например, potato, но я хочу кукумбер. Не узнает, ребята, как это делается. Я не представляю. А если не кукумбера, например, что у нас там еще есть? Чикен. Ну тут это паста. Нам нужна паста. Пасты у нас, к сожалению, нету. Памкин. Тут тоже сток нужен. Хрен его знает, ребята. Наверное, в этой серии мы, к сожалению, тому чуваку не сможем сделать суп, потому что вы видите, что тут есть, во-первых, тут нету черепашечего супа, как он хотел. Это во-первых. А во-вторых, везде нужен вот этот сток. А как его делать? Вот смотрите. Хоть убейте, я не понимаю, как его сделать. Это нам сюда нужно, и это нам сюда нужно. То есть оно не делается, ребята. Я не представляю. Ну, может, вы разбираетесь получше меня в этом моде. Может, вы когда-то с ними играли, но мне кажется, вряд ли. Но все же, может, найдутся такие люди, которые знают, в чем... В чем прикол? Потому что, если честно, ребята, я вот сейчас... Ладно. Ага! Вот сейчас я понял. Вот сейчас я понял. А если... А как вот та хрень делается? Сейчас. Вот, ладно, вот это я уже понял. Все. Это я понял, как делается. А как делается вот это? Все. Сток я уже понял, ребята, как делается. Как делается вот эта хрень? Silken Tofu. Что это вообще такое? Heavy cream. Нет. Vanilla Silken. One other type of item accepted. Ага. А ну сейчас. Это сюда. Это сюда, это сюда. А тут что? Ребята, я не представляю. Вот я хотел спросить про сток, вот этот, как это делается. Но мы уже поняли, как это делается, да? Одну вещь мы поняли, как делать. Но я вот сейчас я не могу
Нужно было вот так сразу сделать. Полезная хрень. Полезная хрень, ребята. Так, а вот это нельзя поставить. Не, ну это, в принципе, уже нужно. Это как бы верстак, знаете, а вот это мы уже не можем поставить, потому что нужно будет в верстаке использовать. А, поэтому, ребята, напишите, пожалуйста, как добыть вот этот. Как он там называется? Silken Tofu. Что это вообще такое? Может в гемоде оно? Может в гемоде вот это есть? Silken. Silken, нет, вот эта хрень. Harvest Craft Mod. И где, я не знаю, ребят, честно, где ее взять. И как она вообще делается, не представляю. Сначала я хотел спросить про... Сейчас. Я там вижу босса. А, я хотел сначала спросить про вот это сток, как это делается, но мы уже поняли, как этот сток делается. Но сейчас я не представляю, как делается другая вещь. И, в принципе, ребята, честно, буду благодарен, если вы мне скажете, как она делается, потому что я не имею малейшего представления, что это вообще такое. Ну ладно, то есть, ребята, мы нашли какао-бобы, не какао, кофе-бобы, мы нашли чай, листочек чая мы нашли. И это замечательно, потому что мы сможем себе уже напиточки делать, когда мы, например, чуть-чуть больше вот это все разведем, потому что у нас есть один листочек чая, не будем же мы его использовать, потому что если мы используем, мы выпьем, а на следующий раз у нас уже не будет, поэтому мы его хотя бы немного... Посадим, рассадим, когда уже будет больше вот этих листочков, тогда мы уже, ребята, и начнем, извиняюсь, вот это все делать, да? Поэтому, ребята, люди, которые заказывают суп, их много, и мне бы хотелось сделать вот эти супы, но я не представляю. Вот со всеми вещами мы разобрались, кроме вот этой, Silken Tofu. Что это за хрень? Что это за хрень, Silken? Silken. Силкин. Может где-то находить, может это какой-то ингредиент. Видите, тут пишет One other type of item acceptor. Что это за хрень вообще? Ну ладно, пока ж не будем по этому париться. Может кто-то знает, может кто-то скажет. Будет круто, если знает. Во-вторых, в следующей серии мы уже наконец-то постараем себе сделать бэкпак. Наверное, мы даже в следующей серии пойдем в шахту. Давайте еще посмотрим. У нас есть 11. 11 паутин, а там нужно около 50. Ну, как бы, много. Соглашусь, что много. Ребята, поэтому, наверное, в следующей серии мы туда и пойдем. И сделаем себе, наконец-то, еще один бэкпак, но уже как бы для, только для еды, а не чтобы было, ну, много всяких ингредиентов, вещей в одном бэкпаке. А зачем я сюда пришел? Вот, вспомнил, охренеть, у меня уже память, вот эти дырки в памяти, замечательно, зато мы уже взяли камень эволюции, сейчас мы наконец-то прокачаем Гровлита, кстати, шайни, сейчас мы посмотрим, какой будет шайни Арканайн, где он, вот он. Ну что, пока смотрим, как он эволюционирует, 27 минут серии, ребята, надеюсь, вам нравится, надеюсь, за это вы поставите большой лайк, за то, что серия длинная. Сейчас мы уже будем заканчивать, как только эволюционируем Гровлита. В следующей серии, сразу, ребята, запомните, в следующей серии мы пойдем в шахту, добудем нити, сделаем себе большой бэкпак, то есть еще один бэкпак, и попытаемся сделать еще какие-то заказы подписчиков, и буду очень рад, если вы скажете, что такое вот этот Silken Tofu и откуда это берется. Буду, ребята, очень вам благодарен. Потому что, как только вы это скажете, как только мы поймем, откуда это берется, мы сможем уже делать... Поставить лайк, не забываем комментировать, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.